требуются водители категории Б, развоз хлебобулочных изделий по северным районам СПб. Есть также по южным, ребят. Требуется автослесарь, ремонт автомобилей марки «Газель», служебная развозка сотрудников. Так, может быть, лучше будет. Вот телефоны. Трудоустройство. Все, что вижу о работе, показываю вам. Стоит просто машина и на ней объявление. Ну, фирмы так часто делают. Ребят, вот огромная машина привезла продукты. Не знаю, куда, Пятерочку, по-моему. На таких машинах ребята хорошо зарабатывают. Не знаю, 1070 точно. Какая прелесть, тракторучек работает. Вот почему здесь такая травка красивая. Потому что тракторучек работает. Молодцы, ухаживают. Класс. Ты маленький тракторочек. Смотрите, вот. Симпатичный. Я рассказываю, что как хорошо в Петербурге ухаживают за травой. Так я же говорю, так иду, так красиво. А вот назад иду, думаю, как же так траву? А вижу, что ее косят. Очень красиво. Если его не скосим, да, листья не сможем. Ну да, потом же листья начнутся, да. Спасибо вам большое. Спрашивает, а почему вы снимаете? А он говорит, потом не сможем листья убирать, если не уберем траву. Обычно привыкли, что с критикой снимают все. А я наоборот вот рада, что с позитивом, что убирают. Посмотрите, косит травку и потом листики легко будет убирать. Ухаживают. Тонкая нежная рябинка. Очень молоденькая. У нас сегодня солнечно, хорошо, тепло. Мне кажется, градусов 15. Смотрите, какое солнце. Бабье лето, что ли? Нам обещают сейчас приход теплого циклона до 21. 17, 18. Ну, знаете, обещают, а как будет, посмотрим. Thank you.
58. Розетки вкусные. С клубникой, с лесной ягодой, сметанной тоже. Медовик 65, сметанка 49. Кафешечка, ребят. Мороженки вкусные. Мороженое мята 49, ванильное. Все по 49. Класс. Оформление посмотрите. Милое, да? Хлеб от 19, пироги от 35, чизкейк 79, 46, 65. Сеть по городу тоже, ребята. Да, желтеют листочки. Желтеют. Но зелени еще много. Это березки желтеют. Первые. Первыми березки желтеют. Так, зелени много еще. Смотрите, рябина какая клевая опять. Красивая вот эта. Очень красивая. Трава еще зеленая. Зеленая-зеленая, свежая. Как будто лето только началось. В самом разгаре, во всяком случае, да? Травка, цветочки, солнышко. Класс. Нашествие вот такого цвета голубей. Все братья Аркадия и сестры. Аркадий у нас был белый. Вот и бросили. Бросила женщина. О, прилетели. Очень часто кормят голубей в Петербурге. Женщина выходит, бабульки. Женщина.